Всем привет, меня зовут Сергей. Вы сейчас будете смотреть видео про пресс-подборщик класс Роланд 46. Про что видео? Покажу, как он работает. Ну, много раз уже снимал, показывал. Кое-какие нюансы расскажу, кто работал с ним, кто работает, про дополнительные, то есть, функции. Это сетка. Вот у нас стоит. Я этой сеткой еще не рулонил, не прессовал. Сетку покупал, где покажу. Это 2000 метров сетка Роббухта. Она меньше стандартной. Стандартной 3000 метров. Стоит она 7000. Ссылку в описании видео дам, где я ее брал. И как, цена 7000, уже сказал. По-моему, это польская сетка. Сейчас посмотрим. Ну и оценим ее, как она в работе. Уже сразу скажу, плюс этой сетки для меня — это цена. То есть 2000 метров стоит 7000, а я Экобуловской мотал, там 3000 метров, она стоит в районе 11000, 11,5. То есть 7000 все-таки это как бы лучше. Ну, Экобуловская, вот последнюю, что я мотал, ровно 250 рулонов, 3000 метров на 250 рулонов. Сейчас я засниму количество рулонов сейчас у нас на счетчике и попробую посчитать, сколько 2000 рулонов у нас хватит. Не в этом видео, потом расскажу, или в этом видео закреплю комментарий, сколько у меня вышло этой бухтой накрутить. Вот сейчас показываю, какая она. То есть вот так вот она выглядит. Manuagri Power 123 на 2000 метров. Made in Европа. Ну, непонятно, кто, чего и как. Ну, попробую найти и скажу все-таки, что это за сетка. Так, не очень как бы видон. Сниму в этом... В интернете найду и дополню фотографии, покажу ее, как она выглядит, что, чья и что. Вот, в описании смотрите. Ладно, может, здесь на экране добавлю. Все, сейчас трогаем в поле и начнем мотать, и покажу сам весь процесс. Ладно, поехали. Так, ну уже вот в поле первый рулон я замотал. Сетка начинает мозги парить. Значит, пресс у нас целый. Сейчас сниму, сколько у меня... 974 рулонов. Это уже в этот сезон. Вместе с тенажом. Значит, не обрезала сетку. Сейчас я ее еще раз заряжу и посмотрю, что, в чем дело. То есть, что происходит. Ладно. Смотрите. Так, ну вот этот процесс сам выглядит вот так из трактора. То есть, едем по волку. Пресс подбирает очень хорошо по сетке. Ничего страшного по сетке не произошло. Первый рулон, но бывает, что не обрезал. Второй раз я зарядил, все нормально обрезывает. Вот так. Вот пошла обмотка. Вот так обматывает сеткой. Вот все, обрезал. Сейчас замотаю рулон, остановлюсь, выйду, покажу, как он, то есть, выглядит сам рулон. Потом он, Игорь, там
Огребает сено у нас где-то гектар 10-12 лежит. Надо сегодня-завтра все закрутить. Остановлюсь, покажу, как выглядит рулон. Ладно, смотрите. Так, ну ладно, я обещал показать рулон, то есть вот он в этой сетке, вот и кабуловская, она просто такая зеленоватая получается, а это чисто белая, но вот этот вот край вот фиолетовый остается на наших рулонах. Вот так рулончик выглядит. Килограмм он спокойно мотает. Так, ну вот это мы вчера мотали здесь. Не очень помойка была на дороге, но парни завтра должны приехать. Кое-какие деревья здесь вон подпилить на этом и подберут. Здесь вот дорога была, мы все перекрыли здесь эту дорогу. И она зарастает потихоньку. Приходится подбирать. Поле брошенное, никому нахер не надо, и устроили здесь свалку. Ну это я уже говорил, это Талутинское поле. Так, ну вот так вот все это выглядит. Поехали дальше. Ну вот, продолжая разговор о нашем сетке, прессовании, то есть уже несколько раз было не обрезание, то есть вот это вот происходит. Вот видно, что рулон выкатился, и в камере только когда новый произошел обмотка, тогда он его оборвал. Вон там следующий. Уже несколько раз. Может быть, это у меня зажим маленько слабоватый, но на целой бухте я сомневаюсь, что это как бы в этом проблема. Так что... Потому что с Экобулом такого не было. Так что это что-то... То ли здесь он плотность маленько добавлена, но я думаю, что решение этой проблемы просто надо подтянуть у кого что стоит. Тормозок, который останавливает саму бухту. Не в ноже это дело, а именно в натяжке самой бухты. То есть как она натянута. Ладно, сейчас я это обрежу. Поеду и посмотрю, что будет дальше. Вот тут видно, что нож сработал, но не до конца ее обрезал. То есть у меня продолжает бухта крутиться. Ладно, продолжаем, посмотрим, что дальше. Чтобы было всем понятно и ясно, о чем я говорю, то есть я говорю о прижиме. На классе стоит вот такой вот прижим, вот он бухту прижимает. И вот эта притяжка этого прижима, она регулируется. Она у нас была сильно плотная, мы ее уменьшили. Уменьшив, добавили вот эту пружину. Но здесь стоял болт регулировочный, то есть. Вот это была пружина сильно жесткая, и у нас ни вальцы не подхватывали сетку, а постоянно ее рвало. Из-за этого просто добавили маленько прижим. Сетки ослабился, и все у нас пошло нормально. А с этой пленкой получается, что мне надо увеличить давление, то есть чтобы он сильнее прижимал. Ну сейчас попробую еще маленько покататься и скажу, в чем дело. Ладно, смотри. Сейчас по видео постараюсь посчитать, сколько времени занимает обмотка сеткой рулона. То есть насколько экономично у нас по времени именно обмотка. Сеткой. Сейчас у нас она почти рулон сформировался. Все, вот у нас горит. Забим, блядь. Ну что ты? Вот нажимаю. Сейчас не нажал, вот сейчас старт. То есть пошла обмотка. Вот обматывает. Все.
вот сколько времени заняла отмотка. Значит, видео загружу и покажу по секундам, сколько это происходило. Ну, буквально 10 секунд может. Ладно, смотрите дальше. Итак, что по сетке, значит, у нас получается. Сетка требует натяжки, натяжки обмотчика, то есть обмот механизма. То есть пришлось мне пружину маленько подтянуть, и все наладилось. Вроде пропусков обрезки нету, обрезает он ее. Камера пустая, вот рулон сам. То есть вроде бы как бы все нормально. Не знаю, мотать, не мотать, вроде этот толстый волки, только что он поднял, кое-что после вирекса есть этот сыровато. А оставить до завтра пересохнет. Так, ладно, сейчас посмотрим, сколько у нас было. 974, по-моему. А сейчас у нас 1044. Значит, где-то у нас сколько? 60 рулонов мы уже накатали с этой сеткой. Так, ну ладно, смотрим, что дальше будет. Сейчас попробую, может, еще волка 4-5 пройду. Сейчас пройдусь и посмотрю, чего у нас с сеном волка. Значит, что-то он забивает. А, это боковина. Так, волки. Фу, вальцы у меня на прессе маленько необычные. То есть вот таких вот на обычном 46-м нету. Плюс вот такие вот еще есть. Вот. С планками. Это я не варил, это все так и было. Кто это, хозяин, не хозяин? Ну, это вряд ли вот этот хозяин делал. Так что, не знаю, остальные все обычные. То есть, 2, 3. Ладно, сейчас перекурю маленько и продолжим. Смотрите, что будет дальше. Монотонность работы достает. Игорек вон доделает. Игорек съездил на обед, я без обеда. Уже надоело. Последний волок. 87. 1087. Сейчас. Ну еще 5 штук будет. 87. Ну, здесь, да, 1,5, 2, и здесь 4, 6 будет. 7,6, 87, 90, 93 будет. Ладно, поехали, доделаем. Надо еще в город сено везти. Все, трогаем. Ты придурок, я снимаю видео, он тоже смотрит на. Ну, так, Иван-чай попадает. Снимаю этот. Сейчас поедет. В этот видео покажу. Сетку эту снимаю. Покупал я. Сейчас здесь напишу, где покупал. Сетка 2000 метров. Хватать это 160-180 рулонов обмотать. Поставили на минималку обмотку. Сейчас покажу, как что.
Вот так он выглядит с синей каемкой. Саму сетку снимал, показывал. Вот такие они получаются. Сетка жестче по сравнению с экобулом. Почему жестче? Потому что пришлось натягивать нож обрезки ее. Ее не попервой начали, ее не обрезало из-за того, что бобина свободно крутилась и нож просто не дорезал ее. Пришлось натягивать натяжник, чтобы ее жестче держал. Этот сейчас покажу настройки. Ну, по ремням там есть схема. Понятно, как что натягивается. А вот по количеству обмотки ножек еще сейчас покажу. Где? Вот он. Вот это взвод. Взводится ножик. Вот этим роликом регулируется. Вот здесь это опорный. Он тоже как бы. Вернее, вот этот опорный. Вот здесь положение 1, 2 и 3. Поставили в среднее. По-моему, где-то 2,5-3 раза он ее обворачивает сеткой. Ну так уже жидковат по сравнению с той закобуловской. Вот так он выглядит. И натягивали, сейчас покажу. Маленько доработали. Вот этот натяжник. Сделали такой длинный, заводской был такой коротенький. Потому что экобуловский приходится опускать почти до конца пружину, чтобы он его не это протаскивал. Получается, экобуловский не протаскивает, а этот наоборот не обрезает. Вот так доработали, сделали, кому. Может, кому пригодится. И как бы все пошло нормально. Так, ладно. По-моему, ну сейчас поедет, покажу. А посмотрим, как он. Волки он. Жестковатая трубка сена. Но зато не под дождем и ничего. Поле второй год косим, вон чай меньше стало, но все равно много вон попадается есть. Ладно, видео не об этом, сейчас будет мотать. Посмотрим выгрузку, обмотку. И потом уже напишу, какое сравнение. Ну вот тут видно три оборота, 2,5 или 3 оборота. То есть я, в принципе, 4 не вижу. Но... Да, ну вот, считаем, как обороты. Вот одна линия, вот вторая, вот третья. То есть кто не знает, как это делается, то есть посчитать, сколько оборотов в сетке обматывается. Так, натяжник показал, вот он идет. Сейчас примерно я рассчитал, что он должен стать у нас здесь. Сетка, ну, не могли сразу разобраться, то есть она не обрезалась, а потом уже, то есть натяжник сделали, и все стало понятно, что это не сетка, это именно натяжник.
Ну вот так он его обмотал. Так, ну вот. Буквально, то есть, с 15-20 секунд вот у нас край получается. То есть, вот он обрезал где. Сейчас посчитаем с этой стороны, значит, сколько выходит. Три. 2,5-3 оборота, то есть, получается. Ладно.